Доброе утро всем. У нас сегодня в гостях Коте. Коте – это мальчик. Мальчик породы сфинкс, который к нам приехал на плановую операцию. Операция называется «Операция по устранению пролапса слезной железы». То есть, если посмотреть вот на этот глаз, все красиво, все закрыто, а вот здесь что-то мешает. Вот это что-то – это слезная железа. И наша задача – хирургически ее вправить и ушить. Наша история сегодня продолжается. Коте уже на операционном столе. Мы его подготовили, ввели в наркоз. И далее у нас будет хирургическая часть, которая даст возможность Коте в дальнейшем хорошо видеть и не страдать никакими заболеваниями, связанными с воспалением глаз. Операция подошла к концу. Глаз успешно прооперировали и слезную железу вправили на то место, где она должна быть. И вот такой вот Коте в дальнейшем будет ждать своих владельцев. И все теперь будет хорошо. И, как я всегда говорю, хэппи-энд. Сделаем Коте капельницу и выведем его с наркоза. И будем встречать его хозяйку, которая переживает и волнуется за него. И наша сегодняшняя история прошла хорошо, и ставим хэппи-энд. И всем хорошего дня, хорошего вечера и хорошего настроения. Так, наша история подходит к концу. За Коте приехала его хозяйка, и они сейчас поедут домой. Спасибо большое вам за просмотр наших историй. Будьте здоровы, вы и ваши близкие, и, конечно же, ваши питомцы. Всех благ и хорошего дня.